эфире новости Дагестан, в студии Зухра Алиева. Здравствуйте. Вначале коротко о главном. Осторожно, опасные растения. 380 тонн зараженных овощей и фруктов из Азербайджана, Ирана и Турции не впустили в Дагестан. Одни из лучших в стране. Дагестанскую баранину по достоинству оценили на общероссийском форуме. Учимся грести. Пока на тренажерах. В Махачкале пройдет первый официальный чемпионат республики по грибному спорту. Начальник отдела полиции по Советскому району Махачкалы и три его заместителя отстранены от исполнения должностных обязанностей. В отношении данных сотрудников будет проведена служебная проверка, сообщает пресс-служба МВД Дагестана. Напомним, что по факту смерти 35-летнего мужчины в ночь на 22 января в полицейском участке Следственный комитет республики возбудил уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий, привлекших по неосторожности смерть потерпевшего». 380 тонн овощей и фруктов не впустили в Дагестан. На склад временного хранения «Виадук» поступила зараженная плодоовощная продукция из Азербайджана, Ирана и Турции. В 23 товарных партиях госавтоинспекторами обнаружены карантинные вредные объекты – южноамериканская томатная моль, цветочный трипс и восточная плодожорка. Владельцы грузов привлечены к административной ответственности за нарушение закона о карантине растений. Отметим, что всего с начала этого года Кавказским межрегиональным управлением Россельхознадзора проконтролирован ввоз более 16 тысяч тонн свежей растениеводческой продукции. Так, госинспекторами было обнаружено карантинные вредные объекты. В основном растениеводческая продукция прибыла из Азербайджана и Ирана. Это яблоки, киви, хурма, мандарины, апельсины, виноград. Из овощей это томаты, салаты, зелень, капуста. Наши бараны – одни из лучших в стране. Потенциал дагестанского овцеводства обсудили в рамках общероссийского форума по развитию отрасли на Северном Кавказе. Мероприятие проходило в Ставропольском крае. О том, какую оценку дают эксперты федерального уровня дагестанской баранине, расскажет Патимат Ханапова. Ей слово. Овцеводство является традиционной отраслью для Дагестана. Этим занимается значительная часть сельского населения региона. Республика является лидером по этому показателю в России. Здесь сосредоточено более половины овец из КФО и 21% поголовья страны. Вы знаете, наша республика является самым ведущим регионом по развитию овцеводства, по наличию поголовья, по сегодня хозяйство. И поэтому большая делегация Дагестана сегодня представлена в этом форуме. Здесь очень много интересного. Там с других регионов приехали, есть общение, есть определенный обмен опытом. И надеемся, что это будет плодотворно скажется на дальнейшем развитии овцеводства нашей республики. Дагестанское овцеводство охвачено многоканальной государственной поддержкой. За прошлый год производство баранины в республике составило 35 тысяч тонн. Произведено 120 тонн сыра и более 14 тысяч тонн шерсти. Это форум именно направлен на то направление, чтобы для развития сельского хозяйства, животноводства, именно на мясном направлении. Вот. Интересно, наше мясо, наша баранина вообще по всей России, на рынке. Наши фермеры приехали и как бы им предложили условия. Есть очень много серьезных программ именно по откормочному направлению, по развитию племенного дела. И наши фермеры на сегодняшний день, вот в данный момент, думают подписать такие договора. Сформирован российский бренд «Дагестанская баранина». Более 40% производимого в республике мяса отгружается в другие регионы страны, а также в некоторые государства ближнего и дальнего зарубежья. Баранина вырастить сложно, но еще большая проблема такая – переработки его и реализация. Поэтому нам не только надо работать над увеличением продукции овцеводства, но и с целью его экспортного увеличения экспортного потенциала. В этой части многие регионы на Кавказе делают в этих рамках возможное. Дагестан первое место занимает по численности. Очень хочется, чтобы по качественным показателям, будь это селекционно-племенная работа, будь это по качеству продукции, чтобы, как и по численности, Дагестан был в авангарде развития отечественного овцеводства. И очень надеюсь, что этот форум даст силу
сильный стимул для решения тех задач, которые сегодня стоят. Развивается и научная деятельность. Ученые работают над усовершенствованием продуктивных качеств дагестанской горной породы с учетом отгонного характера овцеводства. Улучшение мясных качеств проводят путем прилития крови российского мясного мериноса. Результаты нескольких лет работы обнадеживают. А для наших жителей, для наших сельхозников, которые занимаются разведением овец, это возможность заработать. Мы привыкли, что барашка – это для себя, это вкусно, это полезно. Ну, и уверяю вас, это еще хороший бизнес. Тем более много-много программ есть различные программы, которые позволяют увеличить поголовье и содержать, и еще приобретать корма. На форуме обсудили вопросы организации 23-й российской выставки племенных овец и коз. Мероприятие традиционно пройдет в мае. Впервые оно будет организовано на территории Дагестана. Ожидается участие делегаций из более чем 20 регионов России и некоторых стран. Патимат Ханабова, Мурат Бекбарзов, новости ННТ, Ставропольский край. В Махачкале теперь ориентироваться будет проще. Сотрудники городской администрации начали установку адресных табличек на центральных улицах города. Их размещают на фасадах частных и многоквартирных домов. Работа начата с улиц Аскара и Монташева. Все указатели выполнены в едином дизайне. Акция «Мы за чистый город» прошла на территории духовного центра имени пророка Исы, мир ему. В уборке аллеи героев-медиков приняли участие около 100 человек. Это студенты, общественники, активисты, а также жители разных районов республики. Убрали мусор как строительный, так и бытовой. Хотели выйти с детьми на прогулку, но решили, лучшая прогулка будет на аллее медиков в духовном центре. Тем более можно чем-то помочь. Эмоции очень переполняются, даже не знаю, что сказать. Но очень рада, что пришла сегодня сюда поработать ради всевышнего Аллаха. Решила прийти, кстати, вас долго искала. Я не знала, где это место найти. Приехала. Вот, не устала. Рада, что помочь. И, честно говоря, и очень рада, что очень много желающих появилось у нас, кстати, говорим. Машалла. Хочу поблагодарить каждого участника этого благого дела. Сегодня у нас получилась очень колоссальная хорошая работа. Практически убрали половину здесь. И трава, и мусор, и все вывезли, вынесли. Но на этом работа не завершается. У нас можно желающим прийти на следующие выходные, на следующую субботу еще раз организовать. По завершению мероприятия всех угостили обедом и чаем. Как отмечают организаторы, подобные инициативы будут проходить регулярно. В мечети имени Мухаммада Арифа Афанди в Махачкале на утреннюю молитву собрались около 150 детей. Для них организовали вкусное угощение и праздничную атмосферу. Организаторы взяли пример с 16 ребят, которые первые пришли на намаз в одной из мечетей Кизилюрта. Ребята были так впечатлены красотой утреннего ритуала, что не собираются оставлять начатую практику. Теперь небольшой от нас сюрприз. Мы подхватили статус, который показало не нам 16 детей. Мы подумали, почему бы и нет. Давайте побьем рекорд города и всего Дагестана. 150 детей, сделаем небольшой праздник. Иншаллах, надеемся, это станет доброй традицией, и она будет переходить дальше. Для них мы подготовили шары, для них мы подготовили много пряностей, чтобы дети получили некое удовольствие, и это оставило им отпечаток. И о спорте. Завур Угоев возглавит сборную Дагестана на Кубке Ивана Ярыгина. Турнир пройдет в Красноярске с 26 по 30 января. Уже завтра на берега Енисея отправится первая группа наших вольников. Самый титулованный в команде олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира Завур Угоев. Всего в заявку сборной Дагестана вошли 47 человек. В их числе побеждавшие в Красноярске три раза Даурен Куруглиев, а также лидеры команды Гаджимурат Рашидов, Абаз Гаджи Магомедов и не только. Дагестанские футболисты выиграли юношеское первенство России в зоне ЮФО и СКФО. В турнире среди спортсменов не старше 15 лет участвовали команды из разных регионов Северного Кавказа. Клуб «Дагестанец 07» из спортшколы Минобрнауки выиграл сначала групповой этап. После 18 игр у нашей команды было 16 побед. После этого махачкалинцы прошли в плей-офф, где поочередно одолели СКА из Ростова-на-Дону и команду «Спартак-Алания».
В финале подопечные Максима и Эмина Кулиевых обыграли строителей из Ростовской области. Итог встречи 3-2. А в Махачкале пройдет первый официальный чемпионат республики по гребному спорту. Соревнования в дисциплине гребля индор состоятся в ближайшие выходные в спортзале при стадионе имени Елены Сымбаевой. В этой дисциплине спортсмены выступают на специальных гребных тренажерах «Концепт-2», имитирующих греблю в академических лодках на воде. Первый чемпионат и первенство Дагестана посвятят памяти видного государственного деятеля Абдуразака Мирзабекова. Смотрите наши выпуски также на нашей странице ВКонтакте и на Яндекс.Дзен. У меня на этом все. Добрых вам новостей и до встречи.